Итак, друзья, пара доллар-иена, моя любимая, любимица моя еще с тех дальних времен, с 2006 года. Обожаю пару доллар-иена, я по ней специализировалась. Ну что хочу сказать по паре доллар-иена. На сегодняшний день тренд полностью и месячный, и недельный, и дневной вниз. Все вниз, и пока таких особых предпосылок наверх, на изменение тренда, ну, не могу сказать, что вот если я думаю, что цель вот здесь 96.38, а то может быть и ниже, это месячные, я говорю, на месяцах, то есть вполне возможно, конечно, возможен откат, и все, но вот видите, как резко, как сильно мы идем прямо. Вот, поэтому вот где-то здесь я ожидаю, это месяц 96-157, хотя, думаю, еще ниже, где-то даже на вот 95-94-93, возможно, даже будем тестировать, вот. Потому что, вот смотрите, но все зависит от того, у нас вот уровень здесь 101, 500 там с чем-то, вот он, вот красная линия, вот это очень такой сильный уровень, и если вот мы пойдем сюда, видите, 96, 100 с чем-то, вот пойдем сюда, вернемся назад еще протестировать, ну это в ближайшем будущем, скажем так, это на неделях я вам показываю. Вот, можем вернуться сюда, закрепиться ниже вот этого уровня, 101, 500, там, 35, 535, значит, будем продолжать движение вниз, как я и говорила, вернемся отсюда, протестируем и закрепимся выше, значит, развернемся, пойдем туда, все зависит вот от этого уровня. Пока что, видите, протестировали его, откатили и идем дальше вниз, то есть прошили его, пробили и идем дальше вниз. Поэтому сегодня на дня... опять забываю. Сегодня на днях, что я могу сказать, ожидаю, что мы можем даже сюда дойти, 99... 30 336 99 500, ну где-то так, все возможно, я не исключаю такой возможности. Ну, конечно, опять-таки говорю, что цена внутри дня вот туда-сюда ходит, туда-сюда, то есть кто работает на минутках, да, и на пятнашках, просто на пятнашках это можно зайти по худшей цене. А если на минутках работать, вот можно зайти по лучшей цене. Вот. Поэтому можем опять-таки вот откатить сюда. Можем даже сюда еще раз откатить и протестировать вот 100-400 где-то. Вот. И пойти дальше вниз. Хотя я думаю, что где-то вот так вот сюда где-то на 123 может быть откат. И дальше еще вниз. Пока вот мы... Если на М5 переключу, видите, сейчас мы тестируем вот этот вот уровень, практически дошли до другого. А я говорила, что вот аж сюда мы можем. То есть два уровня мы уже протестировали, и на очереди третий. Тренд нисходящий, поэтому сегодня buy я рекомендую только внутри дня на минутках, именно на минутках. Будьте аккуратны, чтобы не... ошибок не наделать и не схлопотать убытков. Но на этом все по паре доллар-иена. Следующую пару смотрите в следующем видео.